Друзья мои, всем самое добрейшее утро. Я с утра в Бродексе, в своем любимом, ну, холодно. Но сегодня обещают прям жару. Посмотрите до конца, потому что я расскажу, как сделать бассейн кристально чистым. Вот давайте сразу, зайдя немножечко вперед, покажу вам, что в конце мы получим. В описании под видео подписка на канал, и плюс там же вся информация коротко, что зачем заливать в бассейн, чтобы он у вас был вот такой же чистый на протяжении всего сезона. Приятного вам просмотра, мне приятной работы. Ладно, вперед, поехали. На самом деле, я думал, что собирать бассейн будет что-то нереально сложное. Мы с Гришей открыли коробки, все очень интуитивно понятно. Ну, в принципе, там только не перепутать маркировки по буквам на самом каркасе верхнего обода. А, Б, Б, С и С, Б, Б, А. Все, А, Ф, Д идут у нас по краям. Для того, чтобы под бассейном у меня ничего нигде не повредилось, я использовал фольгированный утеплитель Изолон. Сантиметр толщиной. Очень хорошая штука. Хотел еще использовать стандартное покрывало, которое идет в комплекте с бассейном, но мы приняли решение, что оно нам пригодится лучше в туристических каких-нибудь маршрутах. Здесь оно не так уж сильно и нужно. С Григорием собираем. Тут погода у нас на Алтае просто шпарит туда-сюда, поэтому то я в костюме, то я в шортах. Ну, вы, собственно, это все видите, друзья. Про бассейн. Я же достал его не из коробки. Этот бассейн 4,88 на 2,50 на метр глубиной. Но заливаться будет 90 сантиметров водной глади. Взял его временно. Решили быстро упростить этот вопрос. Мы убрали ракету, мы его потом тоже уберем и на этом месте будем копать траншею. Теперь, в общем, монтируем все вкусняшки. Это у нас фильтр. Знаете, какая серия? 26-648, если кому интересно. Дальше взяли плунжерные краны. Скиммер. Так, вода наливается. Вот такая вот красота. Конечно, металл выпадет, и я вам расскажу еще про химию полностью. Поэтому видос, который вы сегодня смотрите, он будет сниматься целую неделю, так как мы будем готовить бассейн к такой же прозрачной воде целую неделю. Теперь давайте пробежимся по ценам. Чистилки для бассейна химия вышла где-то в 4000 рублей. Подиум деревянный 30 тысяч, сам бассейн 40 тысяч. Фильтр для бассейна 24, по-моему, тысячи, 12 тысяч вышел автоматический пылесос, 4500 вышла ручная вот эта чистка, которую вы тоже, ну, видели, не увидели, еще покажу, с шлангом. Ну, что-то в районе 100 с чем-то. Надо смотреть. Так, идем дальше. Итак, братцы, мы налили полностью бассейн, он сейчас, состояние вы видели, грязненький. Первым, что мы делаем, понижаем эквиминусом pH. Почему понижаем? Потому что я замерил pH специальным препаратом, у меня он 8,6. И вот нам нужно сейчас 100 грамм препаратов на 10 кубов для понижения на 0,1%. То есть получается, для того, чтобы мне уменьшить до 7,2 мой pH, мне нужно насыпать почти 2/3 ведра. А после эквиминуса мы выжидаем сутки, прежде чем засыпать остальные препараты. Либо надо очень сильно хорошо перемешать бассейн. И теперь мы засыпаем хлоритекс. Это в таблетках, 20-граммовые таблеточки. Я их кладу в специальную поплавок. Но никогда не бросайте их на дно бассейна, потому что у вас просто дно бассейна может разъесть. Это все-таки серьезный препарат. И вот этого хлоритекса нам нужно с вами сейчас засыпать на мои 10 кубов бассейна 200 граммов. Пойдемте, закидываем. Закинули. И теперь мы выжидаем... Ну, вообще, по-хорошему, надо бы подождать опять сутки. Но если вы торопитесь, можно и не ждать. Можно уже брать дальше эквитал и альгитин. Альгитина нам нужно 150 мл, а вот эквитала надо по вкусу. Либо 1/2 банки, либо 2/3 банки. Это мы будем смотреть уже по внешнему виду воды. Так, все, это залили. Эквитала у меня вообще получилась почти вся банка, потому что, ну, вот так захотелось.
И в конце мы используем вот такой лонгофор. Это мы будем использовать теперь еженедельно. Вот этот лонгофор мы просто докидываем в наш поплавок по 5 таблеток. И по мере их растворения будем добавлять еще. Все. Еще момент. В нашем городе, кто у нас из Бийска, на Иркутске есть магазин. Там продают, ну, много всяких разных там брендов. Очень хорошие продавцы. Заезжайте, вам все расскажут, покажут и объяснят, что, зачем, куда и как. Я там взял песок для фильтра. Потом мы взяли специальную ручную чистку с 7-метровым шлангом. Ну, то есть это в комплекте идет у нее щетка, в комплекте пылесос, потом какой-то треугольник тоже, наверное, что-то подчищать. Ну, вы ее увидите дальше в видео, я буду ей собирать осадки, которые сейчас осядут на бассейне. Новый фильтр большой для таких кубатур. Он намного больше даже может по ресурсу, чем наш бассейн, собственно, требует. Вот, всю химию взял, я вам покажу ее. Плунжерные вентиля взял. Все. Собственник этого магазина, Юлия, она там часто сама присутствует, поэтому вот она расскажет вам все прям досконально. Советую. На Иркутской. Ну, загуглите, кто в Дубльгисе. И цены, кстати, выгоднее, чем на маркетплейсах. Первый раз я сейчас подчищаю, еще доливаю воды, еще понемножечку добавлю всего препаратов, чтобы опять все осело, и потом уже будет финальная зачистка и включение уже насоса на работу. Но вот я вот так решил, чтобы не портить состояние сейчас песка, чтобы в ресурсе он был прям хорошим. Я вот принял такое решение. И мне кажется, оно грамотное. Добрейшее вам утро. Работа моих 4 дней на бассейне. Так, эти лонгофор еще таблетки работают. Все нормально. Короче, засыпаем по мере их необходимости. Тут у меня контрольная лампочка горит. А, кстати, друзья, вопрос. Напишите, пожалуйста, надо ли выключать из розетки мотор или пусть он воткнут в нее. Смотрите. Скиммер вот все собрал. То есть, получается, я сейчас так беру. Так беру, хоп, и из него все просто вытряхиваю. Вчера он еще такой был зеленоватый, сегодня он уже прям приобрел свой бирюзовый тон, который необходим. Ну, что я могу сказать? Все, друзья, на этом у меня сегодня выпуск подходит к концу. Надеюсь, он вам пригодился, надеюсь, он вам поможет. Еще раз говорю, в описании смотрите там прям что, зачем и сколько положить на 10 кубов. Если у вас бассейн меньше, больше, то рассчитывайте из этой цифры. Ну, кстати, это очень удобно. 10 кубов, будет у вас 5, значит, половину меньше. Будет у вас 15, значит, в полтора раза больше. На этом я с вами прощаюсь. Давайте. До скорых встреч. Все, пока, пока.